Фонды по поддержке предпринимателей оказывают комплексные услуги по развитию бизнеса. Это помощь в получении льготных кредитов, участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Кроме того, фонды оказывают услуги по ведению бухгалтерской отчетности, по подбору персонала и многое другое. Главное, чтобы у начинающего предпринимателя было желание стать успешным, идти вперед и развиваться. А направление он уже выбирает сам. По-моему, сейчас вообще никаких границ нет. Пожалуйста, фантазию включай. И сейчас не надо придумывать проект. Сейчас столько много проектов, выбирай, который тебе нравится и занимайся. Предприниматели Мамадышского района выразили благодарность фондам за поддержку во время пандемии. Среди них есть и те, кто уже воспользовался услугами фондов неоднократно. Организация участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, оплата регистрационного сбора, аренда выставочной площади и оборудования. Мы за предпринимателя его участие в выставке оплачиваем. То есть в любой точке России, если эта выставка ему нужна для реализации товара, мы готовы его там разместить. По данным отдела экономики Мамадышского района, с начала года через гарантийный фонд и фонд поддержки предпринимательства республики получили займы на сумму 4 400 000 рублей 5 мамадышских предпринимателей. Заявки подали еще 4 мамадышца. Светлана Ханова, Фаузия Нургалимова, Фаиль Шайхутдинов, Алина Петухова. Новости Татарстана.